Всем привет, с вами Умка, и сегодня мы вместе с вами будем играть в симулятор белки. Симулятор белки от Avalon, мы будем играть в первую часть. Если вам понравится, будем играть в симулятор мыши, симулятор белки вторая часть и симулятор кошки, если вам, конечно же, это понравится. Ну, давайте начнем сразу же. У меня первый уровень. И сразу вот начнем играть. Сделаю потише и пройдем обучение. Если вам понравится, пишите в комментариях. Помощь по квесту найти дупло. Ага. То есть нам надо найти дупло. Мы, наверное, его вот тут прям и найдем. Я прям уж и не помню, как играть, если честно, вот вообще. Ну, будем играть, будем вот это вот дупло прям искать. Все, мы нашли дупло. И сейчас нам надо найти 4 ветки. Угу. Сейчас нам надо найти 4 ветки. Ой, как я уже все позабывала нафиг. Это мыши. А, где ветки искать? Ой, это змея. Ой-ой. Так. Что-то я все прям... Ой. Позабывала. А где ветки? А, вот она. Веточка. Вот она, веточка. Раз. Мы белки летяги. Поэтому мы должны с вами летать, а не бегать по земле. Ну, знаете, если немножко привыкнуть к управлению, то можно и нормально так начать играть. Но я просто уже и не помню, как в нее играть, если честно. Давно играла. Ну, давай. Чё ты отскальзываешь? Ой-ой-ой, змея, змея, змея. Вторая. И... Ой. Еще змея. Тьфу. Много змей, слишком много змей. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Лишь бы зацепиться за дерево. Отлично. И какая у нас? Это третья будет, да? И еще четвертая. А, нам надо еще квест выполнить. Охота на мышь. Блин. Ой-ой. На меня напали. На меня напали. А, давайте поедим. Потому что у меня, оказывается, еще тут и голод есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Ладно. Так. Ну, давайте отложим, ладно, свое гнездо. И поищем мышь. Нам мышь нужна. Хотя... Палочка тут валяется, грех не воспользоваться, да? Да. Еще палочки валяются. Я помню, тут где-то было еще и болото. А его мы тоже сейчас поищем. Я помню, было где-то болото. Сейчас мы с вами... Его тоже поищем. Там очень много грибов. Такой вам лайфхак. В болоте очень много грибов.
Так. Это змея. Там, по-моему, есть. А, нет, это вода. Наедаемся, напиваемся. Угу. Отлично. Теперь ищем мышь. Не, она должна быть где-то. А, тут белка вторая. Да, вот, по-моему, болото. Блин, сейчас еще вся серия уйдет на поиск мыши. Только потому, что я ту мышь пропустила. Где мне ее теперь искать? Вот объясните мне, пожалуйста. Ой, волк. Вот она, мышь. Давай, давай. Второй уровень, ребят, второй уровень. Собрать еды, собрать еды. Ну, собираем, соберем. Сейчас по деревьям просто попрыгаем и орехи будем просто собирать. Вот еще мышь там бегает. А, там второе, другое дупло, понятно. А, уже ночь, что ли, наступает? Прикольно. Так. Это я видела орех. Да, вот он орех. Давайте его тоже соберем, чтобы он без дела не валялся. Вообще надо поесть, еще и здоровье восстановить. Давайте поедим, что ли, и здоровье восстановим. Так. Отлично. Ага, мухомор мы брать не будем, потому что он ядовитый, и мы от него получаем урон. Так, ладно. Я вот не помню, где еще орехи. Давайте попрыгаем, пособираем. Ага, вот я вижу орех. Бери. И к домику. Тихо. Опа, 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 все, отлично. И сразу в домик. Три. У нас уже скоро спать, мы уже скоро должны будем. Да, мы скоро уже спать должны будем. Ну, сейчас повыполняем еще одно задание. И уже буду закругляться, потому что сон, это надо ждать какое-то время, потому что... Когда я сплю, происходит сохранение прогресса. Кто не понял. Поэтому нас хватит еще на одно задание. И все. Ой, змея. Так. Не застревай. Ну вот уже последний орешек я несу с деревом. Так, а вот еще один орешек мне заспавнился. Отлично. И что у нас? Попить воды. Попить воды, воды попить. Где у нас тут вода? Не помню. Уже, если честно. Ой, чтобы на барсука не наткнуться.
Вот не помню, если честно. Находила раньше хорошо, прям. По местности ориентировалась прям идеально. Сейчас что-то вообще не ориентируюсь. Хорошо, пили воды. Еще последнее. Поспать. О, вот все. Давайте поедим. Наберем все сил, так сказать. И уже, наверное, буду закругляться. Третий уровень достигла. Как раз таки. Так, давайте возьмем палочку. Потому что она нам нужна. Выйдем из логова и поспим. Вернее, не из логова, а покушаем. Заодно и когда зима наступит, я вам покажу, что тут, оказывается, еще есть зима. Так, нам надо поесть. Поесть, потому что мы голодные. Орех. Отлично. Ну все, хватит. И давайте поспим. Не помню, сколько она там спать будет. Спит. О! Нифига себе. Ого. Ну ладно. Тогда выполним еще квест. Я думала после сна, ну как обычно, когда спишь, идет сохранение, но, видать, разработчики это убрали, и теперь мы можем играть, можно сказать, бесконечно. Круто, мне нравится. Ой. Ну, давайте выполним еще квест. Попить воды. Собрать грибы 3 штуки. Отлично, у нас тут как раз-таки грибок. Угу. То есть нам надо вот так вот идти. Поняла. Хорошо. Так, давайте, входи. Еще грибок, еще 2. Мне аж интересно вспомнить, что там во второй части. Я играла тоже, но не помню вообще ничего со второй части. Так что, если вам понравится это видео, то, наверное, съемку второго я начну со второй части. Потому что лично мне безумно интересно узнать, что там было во второй части. Ну, по-моему, там и управление было проще, и другая локация более такая проработанная, по-моему, была... Вот, и, ну, там было, по-моему, даже интереснее, чем в этой части, если честно. Но я не помню, если вам интересно, то напишите в комментариях, обязательно вам сниму вторую часть. Так, но в любом случае, в этой части мы засиживаться, наверное, не будем, наверное. Посмотрим. Так, теперь нам нужен еще один гриб. И мы выполнили задание. Где у нас тут? Вот гриб, я вижу. Забираем. И бежим сразу в логово. Даже не помню, какой уровень я достигла. Ну, по-моему, 4-й. Опа.
Так. Да, четвертый уровень. Так, что у нас? Собрать ягоды. 4 штуки. Так, ну... Ну, давайте соберем ягоды. И будем уже закругляться. Потому что видео длинное очень получается. В любом случае. Так, вот ягода. Я вижу ягоду. Забираем. И берем сразу в логово. Потому что на поиск подруги я хочу посвятить отдельное видео. Так. А оно тут есть. Поиск подруги. Так. Вторая ягода. И сейчас еще будем искать еще две ягоды ага, вот она третья. Берем и сразу в логово. Давай, давай, давай. Вообще я как белка летяга должна летать, но мне в основном получается, ну, бегать по земле. Как-то полет мало. Так, ага, вот еще ягодки. Прям рядом. Сейчас, наверное, следующее задание будет поесть. Отлично. Охота змея. Ух ты. Давайте поедим лучше. Чуть-чуть. Ну, а тут у нас как раз-таки в этой части есть змея. Много дает, нормально так. Собрать грибы 5 штук. Давайте поедим, восстановим, так сказать, хпшки. Восстановим силы и пойдем собирать грибы. 5-й уровень. Я достигла, ребят, 5-го уровня. Еноты, тут оказывается, они безвредные, они не кусаются. Это хорошо. Ладно. Так что вокруг него можно ходить. Ходить спокойно, он меня не тронет. Второй грибочек. Так, ну и последний у нас грибочек. Идем к озеру и забираем наш последний 5-й грибочек. Тут где-то должен быть. Угу. Нету. Ладно. Значит, ищем. Вот тут вот. Должен быть. Возле деревьев. Еще и есть хочу.
А, вот он. Грибок. Ну и сразу домой. Ну, давайте по деревьям, что ли, попрыгаем. Ой. Тихо, 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 тихо. Куда? А, ну, в принципе, правильно. Почти. Надо брать другую высоту. Хорошо, ладно. Ой. Все. Отлично. Теперь охота барсук. Угу. Чтобы охотиться на барсука, нам надо сначала поесть, а потом уже на барсука охотиться. Потому что если я начну голодать, у меня начнут отниматься жизни, и барсука я не победю. Угу. Так, нам нужны еще грибы. Нам нужно много-много грибов. Потому что грибы дают больше насыщения. Вот, кстати, и болото. На двух нам надо барсуков. Ну, давайте вот этого барсука. А я смогу его победить? Нет? Угу. Отлично. И давайте сразу поедим, восстановим хпшки и нападем уже на второго барсука. Волк. Так. Так. А, тут где-то тоже рядом был барсук. Вот он. Так, еще поедаем. Отлично. И нападаем. Ух ты, как много он отбирает. Все, 6-й уровень. Ну что ж, друзья, на этом я уже, наверное, буду заканчивать. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А с вами была Умка, и всем-всем до скорой встречи.